О, рот стоит! Что там, писаешь? Прекрати это делать вообще! Поехали кататься. Теплоходик уже прибыл. Сейчас мы с вами грузимся согласно купленных билетов. Ваши первые ряды. Мы сейчас ставим руль. Дед, подвинься, ты руль не закрыл. Вставай. Давай, сделай сальтуху и прыжок. Тройной тулуп. Вот вам фотография. У нас есть доказательства, товарищ полицейский. Мистер Ми тут проводит опыты в своей лаборатории. Карли, там твоя сестра, говорит, остановку проехала. Смотри, на автобусе мимо едет. Лиз, тебе выходить пора. Следующая остановка Чебуречная. Опа! Полицейский, смотри, вон тут. Все, товарищ полицейский, мы его положили с патоньки. Лиз, я тебя очень любил, но ты не поймала мои духи, поэтому все, прощай, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Приходи искать в канализацию свои духи. Что там этот наш мальчик? Ты его поймал, зажарил, покушал? Да, говорит, я шел и споткнулся об него и нечаянно заснул, говорит. Обязательно досмотри этот ролик до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котенок. Лучшие и правильные комментарии мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Сегодня мы проходим сразу 4 игры, всем привет. Привет, друзья. Всем канал Валеришка Плей. Мы вам сегодня показываем концовки 4 игр. Первая — это у нас мороженщик айскрим, вторая часть. Так, где тут у нас рот наш? Еще у нас сегодня будет мистер Мит, у нас сегодня будет Гренни и у нас сегодня будет Мисти. Поехали. О, рот стоит, что там, писаешь? Прекрати это делать вообще. Ребята, вот, смотри, не хавайте желтый снег, баллон упал, смотри. Оп, опять, еще раз. Рот, просыпайся, в школу пора. Сейчас мы его разбудим, ребята. Рот, будильник, пора, просыпаемся. Включаем будильник. Рот. Ну, сейчас будет бал. Будильник прозвенел. Он, короче, не алло, вообще не реагирует, ребята, на нас. Затупил. Так, ребята, берем ключ. Короче, наш рот затейник, он решил уткнуться куда-то. Наверное, в телефон сидит, смотрит. Или писает там стоит. Мы не знаем, короче, не придумали еще. Так, мы освобождаем нашу Лиз. Но она, как обычно, не выпрыгнет. Скорее всего, она не выпрыгнет. Скорее всего, да? Да, вот Джей. Опа! Зато мы скинули немножко с фургона нам яичек и молочка. Нам будет что покушать. Особенно яички, которые все поразбились, конечно. Ну что, будем выращивать, ребята, цыплят. Мы вам покажем самые крутые концовки самых лучших игр. Все эндинги. О, смотри, там это. Эй, твоя сестра там. Чарли, там твоя сестра, говорит, остановку проехала. Смотри, на автобусе мимо едет. Лиз, тебе выходить пора. Следующая остановка Чебуречная. Лиз, выходи, сейчас я в тебя попаду. Пу, не попал. Майк, ну ты, конечно, кидаешь фигово. Лиз, я тебя очень любил, но ты не поймала мои духи, поэтому все, прощай, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Приходи искать в канализацию свои духи. Там тебя ждут крокодилы и черепашки. А нам дали яички и молочка, чтобы мы наконец-то хоть что-то покушали. Потому что мы в своей комнате сидим за компьютером, ничего не знаем. Так, ребята, это концовка мистера Мита. Алло, полиция, тут этот нас в лабораторию хотят посадить. Ребята, тут нас мистер Мит хотел посадить в лабораторию, но мы вовремя успели вызвать полицию, потому что мистера Мита, мы нашего, положили спадки. Да. Он немножко подустал. Вот вам фотография. У нас есть доказательства, товарищ полицейский. Мистер Ми тут проводит опыты в своей лаборатории над животными и над людьми. Мы не знаем, что делать. Ну, полиция, ты идешь или где? Сейчас на эту дружбайку. Мы должны беспокоиться об этом. Или вы, полицейский, ну вы когда уже дойдете сюда наконец-то, блин? Сейчас мистер Мит проснется. О, идет. Товарищ полицейский, у нас есть доказательства. Смотрите, вот фотографии. Okay. Че? Ну, мы вас пригласили, чтобы вы арестовали мистера Мита, да, все правильно, вот у нас есть доказательства. Я хочу пройти в лабораторию и увидеть все своими собственными глазами. Ну так пойдем. Чё? Мы должны его охранять, чтобы мистер Мит не заметил, что полицейский пришел. Да, ребята, если мистер Мит поймает полицейского, это будет провал, мы проиграем. Нам нужно охранять мистера полицейского от мистера Мита. Не идет вроде, спит пока. Но он, ребята, скоро проснется. Так. Мы, если что, мы в него так... Товарищ полицейский, ну когда ты уже дойдешь до этой лаборатории? Ну что там у тебя так долго? Что, блин, трусы к штанам прилипли? Okay, мы не знаем. Вообще. Как так долго идти можно? Можно тебе волшебного ускорителя поддать под попу? Там, ну я не знаю. Дошел! Он дошел. Так, ваша задача сберечь
полицейского, который хочет арестовать мистера Мита. Если мистер Мит доберется до полицейского раньше, вы проиграете. Ты изучил там уже, товарищ полицейский? Или он там что-то ходит, бродит? Сейчас уже мистер Мит проснется, придет сюда. Мы сейчас его должны именно сюда пригласить, чтобы он с другой стороны не обошел. Мы тут! Иди сюда, товарищ мясник! Мясник! Мистер Мит. Давай, вот, смотри, вот! Опа! Полицейский, смотри, вон тут, вот этот. Все, товарищ полицейский, мы его положили с патоньки ненадолго, он сейчас скоро проснется уже. Тебе там плохо? Есть, ребята! Арестовали. Арестовали. Это концовка мистера Мита. Вас ждет еще продолжение концовки. О, это люди под номерами, смотрите, которых он поймал. Мы должны были быть среди них. Но мы вовремя вызвали полицию, и она его арестовала и увезла. Отлично! Нас уже ждет концовки Грэнни. Все концовки Грэнни 2. Это фотографии мои на столе. Поздравляем! Вы арестовали мистера Ти. Отлично. Это у мистера, нас мистера Мита. И мистер Ти, миссис Ти еще будет. Так, это Грэнни. Где у нас концовочка, где Грэнни приезжает на машине. Получается, она ставила деда на хозяйстве. А дед у нас оказался такой придурочный, что вообще не мог нас поймать. И лег спать под свое прекрасное радио. И он говорит, мы сбежали от него. И тут приезжает бабка. Говорит, дед, что там этот наш мальчик? Ты его поймал, зажарил, покушал? Да, говорит, я шел и споткнулся об него и нечаянно заснул, говорит. Ну, он мне включил радио, я начал танцевать и, короче, не смог его поймать. Ребята, следующая концовка у нас будет на лодке. Где у нас будет с вами Кракен? Сейчас мы вам его покажем. Сегодня самые лучшие концовки самых прикольных игр. Где Кракен? Так, ставим свечу. Все, бай. Да, сейчас бензинчика зальем, еще подожди, не бай. Ребята, еще у нас впереди с вами мисс Ти. Scary Teacher, страшная учительница. Мы сегодня ее будем с вами очень прикольно над ней пранковать. Посмотрите, пожалуйста, до конца эту серию, будет очень круто. На Валеришка Макс новая серия, на Валеришка Сим новая серия, на Валеришка... Геймс, новая серия. Обязательно подпишись, посмотрите серии. Ссылочки в описании. Пока, поехали. Бабушка, а там никого нету. Сейчас Кракен только появится. Мы его покормили бензином, и он решил проснуться. Привет, говорит. Ого, ничего себе, ребята, трешак. Так, следующее у нас прохождение. Где на мы? Машине. Где у нас Грэндпа один, без бабули. Мы вам показываем, как мы сбегаем через двери. Че, прилег? Слышишь, ты это там, подвинься. Тебе музыку включить? На тебе ключиком. Бля, короче, не алё, вообще не хочет. Не хочет вставать наш дедушка. Как выглядит концовка, когда один дедушка дома? Да, один дедушка. Дедушка один дома, называется кино. Вот он просыпается, бабуля еще не приехала, а он такой, нас уже потерял. Сейчас придет бабуля, ругаться будет, что ты делаешь? Опять слуховой аппарат забыл одеть. Так, ребята, мы сбегаем здесь. Опа, на тебе спать. Так, ребята, здесь мы сейчас с вами сбегаем через дверь от обоих. Оп. Где вот? Спатоньки. Так, здесь мы вот уже пособирали ружьёчко. С вами пособирали все предметы, чтобы от них сбежать. Они сейчас немножко при... Бабуля, подвинься на ключ, легла. Ну что ты в самом деле? Сны снятся, Леня на головой крутит. Прости, мать. Мы не знаем, это дед все виноват, это он тебя ловил. Я тебя не ловила, говорит. Так, вот она какая прикольная концовочка. Обалденная, дедушка тоже такой разыскивает. Где он? Что? Да спать меньше надо. Конечно, мы все проспали. Мы уже сбежали от вас 800 раз. Так, и следующую концовку мы показываем, как мы... Поехали кататься. Теплоходик уже прибыл. Сейчас мы с вами грузимся согласно купленных билетов. Ваши первые ряды. Мы сейчас ставим руль. Дед, подвинься, ты руль не закрыл. Вставай. Дед, что ты там с рулем делаешь? Прекрати это делать. О, бабка куда-то исчезла. Ты кататься что не будешь? Так, ставим свечу. Ребята, заправляем бензин. А где реально бабка? А я не знаю, куда то делать. Наверное, Кракена пошла кормить. Там Кракен голодный же. Постоянно щупальцами шевелит, делает как рыбка. Хочу кушать. И не говорит ничего. Давай я тут кого-нибудь заберем. Все, заберем. Сейчас. О, все поисчезали. Вы что, кататься не хотите? Как? Поехали на катере. Не хотят. Они обиделись. Говорит, почему ты нас не взял, внучек? Да потому что у вас блинчики фиговые, пропавшие котлеты. О, это мистер Ти. Это, ребята, мисс Ти. Сбегаем от страшной учительницы. Мы видим ее локацию слева, где она ходит. Она сейчас ходит, где-то там по улице шатается, бродит. Ребята, в этой части мы должны с вами дать ей покататься на коньках. Она очень хотела покататься, но мы должны с вами растворить лед и сделать ей бяку-каку. Вот она ломится. Так, сыпем соль. Сыпем соль в ее бассейн, который замерз зимой.
И сейчас она придет и очень обрадуется. Сейчас мы это лунку сделаем. Тут оп, попрыгаем. Оп. Чтоб она, когда каталась, ей был прекрасный освежающий сюрприз. Ну, тут еще стаканчик себе с коктейлем поставил. А мы будем с коктейлем тут сидеть? А зачем она, интересно? Так, мы сейчас хлопнем дверью, чтобы она сюда пришла. Оп-пам. Так, все, иди сюда. Бассейн готов, иди купайся. У нее там уже шезлонги стоят. Возьми себе коктейль, не забудь намазаться кремом. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Вон идет. Ты коньки взяла, не забыла там? Алло. Она не помнит? Нам нужно спрятаться, чтобы она нас не видела. О, пошла. О, идет, пошла кататься. Ну, расскажешь потом. Фигурное катание. Ля, классно катается. Обалденно. Спасибо, ребята, что мне бассейн заморозили. Давай, сделай сальтуху и прыжок. Тройной тулуп. О, холодно, да? Ничего себе. А нас лови, сколько времени можно было. Победили. А, мы мальчики. Да, мы за мальчика. Конечно, победили мисс Ти. Ну, ребята, кому понравилась эта серия, подписывайся, ставь лайк и подписывайся на наши каналы Валеришка Макс, Валеришка Фэмили, Валеришка Сим и Валеришка Геймс. Ссылочки все в описании. Мы тебя очень любим. Самые лучшие. Всем пока-пока. Пока, друзья, пока.